Всем привет, меня зовут Даниил Куликов, я являюсь руководителем отдела продаж компании Comfort Center. Сегодня я вам расскажу про свой проект. Это терраса в офисе металлургической компании, которая находится в Москве. На данный проект мы поставляли толщенный керамогранит с пластиковыми стойками. Общая площадь помещения составляла 350 квадратных метров. Особенностью данного проекта являлось то, что мы устанавливали фэшпол не в помещении, а на улице. Для этого мы использовали не металлические стойки, а пластиковые. Одна из сложностей данного объекта заключалась в том, что сам проект был недоработан. Мы совместно с архитектором и нашими инженерами устранили все ошибки по проекту. Срок реализации работ на объекте был примерно 10 рабочих дней. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, оставляйте заявки на сайте. Всего доброго! Пока.